Чтобы развеять все сомнения и опасения по поводу возможного применения на территории Сирии химического оружия, правительство Башара Асада готово принять комиссию ООН, наделенную полномочиями для расследования этого дела. Об этом заявил в интервью одному из французских новостных агентств вице-министр иностранных дел Сирии Файсал Мугдад. Между тем, в четверг в пригородах сирийской столицы снова звучали взрывы бомб. А на голландских высотах экстремистские группы, сражающиеся на стороне оппозиции, захватили в плен солдата сирийской армии и ящики с боеприпасами. Но мировое сообщество не оставляет надежды на мирное разрешение конфликта, который длится уже 2 года. Спецпосланник ООН ЛАГ в Сирии Лахдар Брахими согласился остаться на этом посту.